30 ноября ценники на автобусах сменятся. Сегодня краевое правительство утвердило предельную стоимость пассажирских перевозок. Проезд подорожает на 3 рубля. Хотя еще 2 недели назад, когда принималась новая методика расчетов тарифов, министр транспорта Сергей Еремин уверял журналистов, существенного повышения не будет. Сегодня сам же признался. 3 рубля действительно ощутимо. Но человек, пассажир, который желает сэкономить на проезде, может купить транспортную карту, и, соответственно, для него проезд повысится всего на 1 рубль. То, что для владельцев транспортной карты проезд будет стоить 14 рублей, еще не факт. Предложение только обсуждается. Решение должен принять город, а не край. Между тем, некоторые красноярцы понимают, подорожание было неизбежно. Топливо ведь не дешевеет. Но таких меньшинство. Большинству платить 16 рублей за проезд в городском транспорте жалко. Сильно дорого, тем более с присадками ездить. Конечно, дороговато для пенсионеров. И им как-то жить надо, наверное. Им это перевозчикам? Ну да, конечно, конечно. Я тоже считаю, что не стоит повышать цены, потому что качество проезда очень низкое. Никогда не знаю, что может случиться во время этого проезда. Перевозчики требовали 18 рублей. Некоторые грозились не принимать транспортные карты, если их не услышат. Но сегодня о саботаже речь уже не идет. По мнению предпринимателя Константина Кнопнугеля, 16 рублей – тариф компромисса. Вот этот тариф нам, наверное, позволит все-таки на сегодняшний день в полной мере работать в нормальном режиме. Ну, вы же просили 18. Да, но я еще раз говорю, что 18 рублей как бы нам позволило бы обновлять подвижной состав. Тарифы на проезд в автобусах не повышались в Красноярске 2 года. Перевозчики предлагали и другой вариант решения проблемы – субсидировать маршруты. Очевидно, что власти пошли по более выгодному пути. Вопрос только, для кого он выгодный.